И вот новый день нашего ныряния, новый день охоты. Мы снова с капитаном Димой вышли на охоту на лобстеров. Дима, черный пистолет. Смотрите, какая погода, ребят. Погода сумасшедшая вообще просто. Лобстеров сегодня наловим. Вот этот синий кулер должны набить. Полный. Какая вода чистая. Просто кайф. Итак, друзья мои, снова всем привет. Давно не записывал видео, так как не было погоды у нас очень долгое время. И приходилось сидеть только у моря, ждать погоды. Вот сегодня снова занырнули с берега. У нас еще пока лето в Майами. Вода очень теплая, и мы в основном охотимся только на лобстеров с берега. Зашли с берега, увидели большую стаю малька, и их, конечно, сопровождает хищник всегда, тарпун, и вот в этом случае шла макрель. Вот я пришел снова на своей точке, видите, поймал какого большого лобстера. Я очень долгое время его вытаскивал из-под камня, так как чем старше лобстер, тем он умнее. Взяли с собой кулер сегодня по рекомендации многих, что в кулере удобнее, что в кулере лучше. Ну, я скажу по своему опыту, что мне не очень понравилось, и я больше так делать не буду. Вот на очередном нырке я снова увидел лобстеров. Один крупный, другой помельче. Я решил выбрать покрупнее. Они еще оказались в таком месте, где их обычно не бывает. Скорее всего, они просто перемещались и решили остановиться. Передохнуть, скажем так. Ну и в этот момент я их собрал. Была большая семья. Штуки 4-5. Или даже 6, но двое из них были мелкие. Очередной нырок и встретил стайку амберджеков. С собой еще не было ружья, увидел лайнфиш и думаю, попробую-ка я его тоже петлей взять, но рыба так не поддается. Но в этом выпуске вы увидите, как я взял рыбу ножом без ружья. Вот на дне кипит жизнь. Видите, лобстеры собираются в кучки. Ну и я их вытаскиваю в этот момент. Видео я собрал из двухдневной охоты, так как ежедневно выкладывать про охоту на лобстеров достаточно сложно. Вот видите, только что я выпустил лобстера, я померил его линейк, и он не подходит по размеру. Пускай живет, я потом его возьму. Вот этот нырок, в руке палка и нож. Кто-нибудь увидит, где здесь на дне лежит камбала? Вот и... Камбала уже у меня. Плюс того, что она до последнего будет лежать на дне и думать, что ты ее не видишь. Так что достаточно просто было ее взять. Я сразу ее убиваю. На дне вот у меня лежит мешок уже с лобстерами. И я туда ее прям закидываю.
Получается, мешок с лобстерами у меня служит как якорь. Я его подтягиваю постоянно вверх. Вот так вот попался еще один. Ну, конечно же, надо над ним немножко пошутить. Я уже знаю очень много разных мест, где водятся лобстеры. И для меня вообще несложно их найти. Пока идет сезон, мы ловим по 6 штук за день охоты. На одну лицензию. Смотрите, какие красивые кораллы. Но вообще, конечно, великолепно. В тот момент, когда я нахожу семью лобстеров, я бросаю на дне все. И фонарик, и ружье, и все, что можно. Чтобы не терять точку и быть в том месте, где они находятся. Но самое интересное, что, допустим, я набрал 6 лобстеров и вижу, что еще там очень много их, и на следующий день иду на это же место, а их уже нет, они не сидят на месте, постоянно передвигаются, всегда в движении. За редким исключением они сидят в одном и том же месте, но если они только чувствуют, что это место максимально безопасно и туда не добраться опасности. Так я выталкиваю их оттуда палкой, тихонько выковыриваю, но очень часто у них получается меня обмануть. Вот видите, пытаюсь взять, но он бежит, но в итоге я взял его. Он мне заплыл прям в руки. Вот еще один. Я засовываю палку туда под риф, потихонечку его выталкиваю без резких движений, завожу петлю сзади, но у лобстера другие планы, он уже напуган, либо его уже кто-то погонял совсем недавно, и взять его не удалось, приходится всплывать. Попытка номер два. С поверхности я смотрю за ним, чтобы он никуда не убежал. Вода немножко мутной становится. Но благодаря фонарику можно, в принципе, разглядеть. Вот он решил в эту сторону спрятаться. Никак он не хочет ко мне идти. Видите, как он шустрит. Я за ним, он от меня. Постоянно боком поворачивается. И снова ему удалось от меня уйти. Так что я хочу сказать, не каждая попытка. Вот видите, как вот и туда, и сюда, и в итоге я его поймал, и он оказался неподходящего размера. Вот такая вот интересная, увлекательная охота на лобстеров. Так что приезжайте в солнечный штат Флорида. Будем ловить вместе лобстеров. Вот уже в конце я увидел маленького ската, решил с ним немножко поиграть. Они достаточно непугливые, так что все отлично.
Дорогие друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться и ждите новых выпусков. Всем пока!